Вот они уже обломались. Но технику правильно не соблюдала. Как так? Вот три дня, да? Вот как так? Вот платишь на маникюр, выбираешь салон вроде хороший. Ну вот как вот? Вот как вот делают, да? Безобразие. Вот прям оба обломались. Так, ну сейчас. Простительно. Также, когда мясо приготовится, я приготовлю не морковку. Не все, получается, но в 50 тяжеловато. Гуля Абдуллина, 50, у тебя жизнь только начинается, поверь мне, я знаю, что говорю. И ты сама понимаешь, что действительно, вот в 50, я так скажу, в 50-52 у женщины только все начинается. У-ху. Но до этого нужно подготовить женский организм, потому что 48-52 это такой период перехода в менопаузу. Конечно, плюс-минус пару лет, все индивидуально. Нужно подготовить организм, чтобы не было перегрузки надпочечников. Это такие, как сказать, даже не знаю, в общем, то, что вырабатывает гормон стресса, например, да? Вот, это такие наросты над почками. Вот, они не должны быть перегружены, и тогда вы войдете в этот период идеально. И все у вас будет просто улыбаться, будете просто... Минусы пропускать свой взгляд, свой не замечать, и только плюс улыбаться и радоваться жизнью. И будете понимать, что до этого была только разминка к настоящей жизни, понимаете? Рита Виталий, добрый вечер. Сегодня впервые в вашем марафоне. Супер, настроение супер. У меня депрессию вон, пишет Уля Фахрадинова. Улечка, я же обещал, Уля. Я свое слово держу. Будете в восторге. Ой, как приятно, у меня улыбка. Все на голове у нас постояли. Скажите, все на голове? У всех получилось сегодня стоять на голове. Кто у нас в абонементе первый раз? Напишите. Это точно. Мне 52, я стала работать еще больше. Не знаю, откуда берутся только силы. Написала у нас Марина. Мариночка, я знаю откуда. Значит, ты подготовила свой организм из 48. 48-52 это такой сложный период для женщины, если вдруг вы плохо себя вели, грубо говоря, вот это вот плата за то, что вы где-то подъедали что-то лишнее, хотя вы знали, что все, каждый знает, что плохо, что хорошо, где-то жареного побольше, а еще может быть и винишка какого-нибудь лишнего, да, булочки там, сахар, двигаемся мало, да, там маленькая активность, о спорте речи нет, получи плату за это. Будь депрессивной, будь негативной, агрессивной и раздражительной. И вялость после того, как спишь, а хочется спать еще больше. Вот. Надо все это исправлять. Что за абонемент? Абонемент стройности. Абонемент стройности. Сегодня последний день, когда можно попасть. Сегодня была первая тренировка. Вы ее уже пропустили, но запись осталась. Вторая тренировка будет у нас только в среду. Присоединяйтесь. Вы будете в восторге, реально. Ссылочка в шапке профиля. Я не то, что будете довольны, вы будете в восторге. Офигеете, реально. Мне понравилось, как вы Ритуль гоняете, она так по-доброму реагирует, и рыбка добрая у нее. Мне тоже так нравится, как он меня поправляет. Это вот реально, вот каждый Виталик. А вас, если не погонять, вы же нифига не делаете. Вот реально, как бы, да, то есть я же такие же делаю ошибки, как и вы могу сделать. А Виталик все поправляет. Это так классно. Это прикольно, это еще больше сближает. И реально из депрессии выводит 100%. Мне реально радуюсь от того, что вы пишете. Так, что вот это такое, расскажу. Салатик. У меня огурчики и красный лук. Слушай, я бы, на самом деле, я вот готова проверять, как бы, попробуй, да, лучше, попробуй, да, попробуй. Достать. Хочу проверить. И еще чуть-чуть подержать. Еще немножко. Да, буквально. Вы главное не передержать этот момент, чтобы потом... Чтобы потом не жалеть об этом. Вот. Лучше проверить. А вообще, я в следующий раз буду таймер ставить. И чтобы примерно понимать, да, когда надо вытаскивать. Ну, вот такой толстый кусок, непонятно. Ну, слушай, я думаю, найдем идеальное время, хотя бы примерно, да, то есть минимум столько, и, ну, чтобы потом не переживать по этому поводу. Также на гарнир у меня будет морковка, я хочу ее приготовить просто на гриле в виде колечек. Морковка, она вкусная,
А на гриле, я думаю, будет еще вкуснее. Почему-то захотелось морковку, чего-то яркого, яркого, вкусного. Нарезаем морковку. Девушки, скажите, вот как вы относитесь к тому, что, вот смотрите, вот выбираем мастера, да, то с волосами у нас эпопея на несколько лет искали своего мастера, вот наконец-то нашли последние полгода, да, больше, наверное, да, повезло. Да. Вот. А вот с ногтями что делать, вот, да, вот, ну, есть мастер нормальный, далеко ехать, вот, ну, это реально полдня, очень, полдня туда-сюда ехать. Вот нашли рядом салон, вроде бы хороший салон, ну, что это такое, да, покажи еще раз. Вот как так? Вот два дня, знаете, два дня, ну, это ж ненормально, согласитесь. Вообще подстава. Да. Я подпишусь на марафон, супер, смотрю, что ваша ритулечка хороша, разнообразное меню, приятно вас смотреть и брать пример, не ходить злой, недовольный, как я. Правильно, молодец. Это ужасно, в том-то и дело, ужасно, но вот действительно, вот, смотрите, методы проб и ошибок, это же каждый месяц, да? Раз в месяц вот мы ходим в один и тот же, ладно, мы говорим, ну давайте, вот здесь вот смотрите. Вот ужасная база какая-то, сказали. Я не знаю, что такое, наверное, ты понимаешь. База, да. Слушайте, я, кстати, сегодня была на лазере. Ну и что? Ну, вообще нет воспаления, все идеально. Точно? То есть, ну, смотрите, хорошо. Ноги я сделала, ноги, все прекрасно. Да. Просто вот, вот этот маникюр, да? То есть вот идем, мы, вот, допустим, сделали, да, Рита, в салоне, ну вот, у нее плохо, она дает всегда второй шанс. Она приходит и говорит, смотрите, вот такая вот ерунда получилась. А они говорят, ой, сейчас вот исправим. Начинают исправлять, делают те же два дня, и все, и нафиг. Вот что делать? Мы меняем салон, следующий, следующий. Это же годами длится, понимаете? То есть как-то вот, я не понимаю, это же, ну, это мы ходим в салоны, чтобы вы понимали, хорошие, то есть там, ну, ни копейки какие-то пустые. То есть, не знаю, наоборот, выбираем подороже. Не понимаю. К своему мастеру езжу на другой край города, так как переехала, хорошего мастера не найти, так что без вариантов. Вот, и, вот. А я против того, я говорю, незаменимых людей нет, очень редко. То есть, ну, блин, это нереально, я не могу без него целый день. То есть, представьте, полдня нужно ехать туда-сюда и еще там столько сидеть. То есть, целый день из-за ногтей я ее не видеть должен. Это, ну, как бы, я считаю, ненормально. В Одессу надо ехать в салон. Должны переделать бесплатно. Слушай, а я не знаю, может, должны действительно бесплатно? Сходи. Сходи, спроси, что за фигня, ну действительно. Мы не делаем бесплатно, мы платим. Мы даже говорим, сделайте, пожалуйста. Ну, как бы, если не можете, сразу скажите, ну, вопросов нет, чтобы время не тратить. Нет, сейчас вот сейчас точно переделаем. Вот у нас знакомая была, может, мне кажется, смотри, вот оно как в ресторане получается, да? То есть такое сыроватое. Как ты думаешь? Еще, да? Да. Остынет. Ну, буквально еще тогда минуту, не больше. Да. Прям засечь. Угу. Но единственный мастер, которого я никогда не заменю, это ресницы. Готова к ней ездить на край света за ресницами. Короче, написано, что лучше своих натуральных ничего нет. А вы где-то увидели здесь искусственные? Вы считаете, что это искусственные? Это не нарощенные, во, это свои. Так, тебе надо научиться делать маникюр, и тогда будет топ. Ну. Я училась. Да. Сегодня первая моя тренировка и первый абонемент. Это супер! Я тут же купила следующий. Вы потрясающие. Спасибо, что вы есть. Пишет нам дизайнер одежды Одесса. Написано. Вот такая страничка. Класс. Слушай, а я палец порезала. Не Блин, знаю, ну, как. Как ты я не знаю, как. Я такая смотрю, думаю, это сначала подумала, это лук, не лук. Короче, нужно делать какой-то акриотиком или полигелем, искать, кто делает. Носка 4-5 недель, идеально даже на длинных. В Израиле делаем только так. А акриолика, это не акрил? Я не знаю, акриотиком или полигелем. Ну, вот мне гелем делают, а акрилом. Не знаю, может быть, это что-то новое. Нет, вот все говорят, что слушай, это самое, что вы должны бесплатно все пишут переделать.
Надо будет. Тем более салон. Слушай, как ты думаешь, морковку мы сможем на этом гриле в соку мясо сделать, или он подгорит? Что сделать? Морковку на... Давай. Мне кажется, будет прям классно. Только поменьше температуру. Конечно, должны сделать бесплатно. Говорю, как мастер маникюра. Рит, сходи, а мы все время переплачиваем. Все время плачем. Вот я говорю, не было такого случая, чтобы сделали нормально и не сломалось через 2-3 дня. Вот. И Рита идет и платит заново. Ей доделывают эти, ну, бред. Метро Василия Островская, в кисточках хожу раз в месяц, могу назвать мастера. Кисточки. Напиши в директ, только напиши, что для Риты, чтобы передали, а то администраторы не всегда передают. Так, кисточки я знаю, я ходила, но только не на Василия Островская, там много мастеров всегда разных, и там как повезет. То есть, если кисточки? Ну да, они такие, ну это сеть. Да, сеть маникюра, и вот там главное к мастеру хорошему попасть туда. Это, конечно, важно. Пекание готово. Так, вот я менял мастера, первое устраивало, но делала не все, и записываться нереально, вечная занята в салоне, в соседнем доме нашла маникюр идеальный. Вот тебе повезло, тебе реально повезло, Марин, ну вот тебе просто реально повезло. Мы вот так же ищем, но вот и маникюрных салонов вроде бы, казалось бы, там каждая вторая сама там делает, да, там Индаму везде, куда только не ездили, нифига. Вот просто нифига. Угу. Согласна. Хорошие мастера, как и хорошие тренера, их нужно найти. Рынок услуг пересыщен. В том-то и дело, что пересыщен куском какашки, вот реально. Вот эффекта ноль. А казалось бы, да, все красиво, салон. Быстро, сколько она быстро тебе сделала? Да, как быстро сделала. Пришла, она вот все, вон показала, да? Вот 2 дня. А ты, кстати, уже 2 дня с такими ходишь. Тебе надо сходить, что, ну, что да, за хрень-то? Да. Ты сходи. Схожу. Что ты идти-то? Да. Дорога перейти и все. А мы увидели тут оба-на. Ничего себе, ну-ка, салончик. А, да. Рядышком. Зеленушечки. Смотри, какое сочное мясо я тебе приготовила. А Саша где делает? Может, вместе с ней? У Саши, во-первых, у нее ногти... Ого! Что у нее ногти? Они короткие, да? Нет, у нее длинные ногти, они сами себе крепкие, да? У нее, ну, как, в принципе, она любое делает, у нее долго держится, да? То есть, ну... Почему? Может, у нее... может, к ней съездить, в ее? Я у нее делала, да, во-первых, там в 4 руки, она делает там же в 4 руки, я, кстати, там делала летом, нормально там было, ну, далековато, то есть есть в центре, есть еще где-то, там как раз-таки делают и маникюр, и педикюр сразу, просто далековато, ну, там на Невском, по-моему, или на... А, нет, да смысл да, тогда? Да, тогда лучше к твоей ехать. Да, 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 не. То есть... И... Вот там вроде нормально. Ну, я помню, давно когда-то делала такую мастер. Не, надо найти близко. Ну, что это такое? Ну, надо найти близко. Я против вот есть, но... Ну, будем искать. Блин, нифига так повезло. Я не знаю как, девочки. Вот, это мясо с кровью будет? Сочное мясо с кровью. Так, блин, Рит, а как ты? Я не понял. Я как... не знаю. Я увидела кровь и все. Я не видела. Не поняла как. Не знаю. День тренировочный, а день кардио. Так правильно? Подскажите правильно. Не понял вопроса. Замотаю палец, чтобы не испачкать это ничего кровью. Блин. Ну как я что-то не заметил. Я тоже не заметил. Слушай, честно. А вот это что? Это не кровь случайно вытекает вот это? А? В смысле? Нет, это не моя кровь. Ну это из мяса мясо, кровь? Мясо. А это нормально, что кровь так вытекает? Супер, идеально. Да? Ты сомневаешься? Нет. Ну вот. Хо, морковка. Морковка на гриле. Огонь. Так,
Ну, как я обожаю эту травку. Вообще фаворит на кухне, да, тимьян, розмарин. Это идеальная трава вообще для всего абсолютно. Придает невероятный аромат. Всегда много покупаю. Ее и в чай можно добавлять, да. Аромат вкусный придает. И в рыбу, и в мясо. Ну, вообще придаст вашим блюдам замечательный аромат, вкус. Класс. Сюда тоже салфеточку сверху положить, чтобы она не портилась, и все. Будет хорошо. Вот так храню зелень. Идеально хранится, идеально просто. Девочки, кто покупает много зелени и не мог найти решение, как хранить зелень? Обычное бумажное полотенце, оно собирает в себя конденсат. Травка хранится вот так вот. Я говорю, в восторге. Все, убрал, положил. Дырок делать не надо, все хорошо. Шикарно. Мне кажется, много крови на кухне стало. Ты меня пугаешь. Ой. Все, в следующий раз больше резать тебе ничего не дам. Да ну, прекрати. Главное, палец на месте остался. Мясо, чтобы вкуснее было, советую в фольгу завернуть после гриля. Мы, кстати, заворачиваем. Мы заворачиваем, но мне кажется, оно... Я, да, да, если бы я раньше вытащила, когда вот первый раз, наверное, тогда можно было бы в фольгу. А так хорошо, мне кажется, вот прям супер. Оно лежит у меня, остывает. День тренировки, отдыхает. День кардио, ходьба, бег. Так правильно делать? Нет. У тебя вначале будет даже лучший результат, потом будет просто привыкать организм, будет стагнация долгое время. А потом будет катаболизм мышц, у тебя будет, как ни странно, ты будешь больше заниматься, а выглядеть хуже будешь. Вот, поэтому так не надо делать. Нужно делать кардио тогда, когда пиковая нагрузка будет. Вот я скажу в абонементе, когда это нужно делать. Ну, я буду советовать, конечно. Тренировалась сегодня первый раз с вами, за вами не успевал, а так класс. Пишет у нас Елена. Елена, я что сказал? В своем темпе не надо гнаться за нами. А если я еще в своем темпе буду заниматься, за мной не то, что там Рита, никто за мной не угонится. У каждого свой темп. Я показываю, как нужно это делать. И нужно на себя это проецировать и, соответственно, в своем темпе заниматься. Не нужно смотреть на меня, на Риту в плане каких-то достижений. Смотри на себя. Позанималась сегодня? Все, жди следующую тренировку. Она будет в среду. В среду позанимаешься, сравни себя с понедельником. Потом сравни, будет следующая тренировка в пятницу. Сравни пятницу со средой и с понедельником. И вот таким образом ты поймешь свою прогрессию плюс. Поэтому не надо вот именно прям поспевать за нами. Не надо, в своем темпе. Поспешайте медленно. Успевай еще на марафон. Да, сегодня до 12 часов можно попасть, потом ссылка исчезнет в шапке профиля. Так. Сегодня была первая тренировка с вами. Ох и здорово, вся мокрая была. Посмотрим, как мышцы завтра будут. Встану ли я в кровати вообще. Так, пишет у нас Саша Шелест. Стилист-визажист. Стилист-визажист, Саша. Значит так. Молочная кислота будет тебе делать свое дело, будет завтра, если непривычно, если долго не занималась, либо какие-то мышцы у тебя были не задействованы, а мы всегда играем на струнах разных мышц, соответственно, задействуем всегда разные. Нет такого, что всегда одно и то же. Всегда акцентик туда-сюда, как иголочкой кольнуть. Вот иголочкой кольну тебя в плечо, ты отреагируешь плечом, кольну тебя в попу, попа отреагирует, кольну в спину, то есть всегда такие укольчики разные, вот именно по графику. Я делаю так, как написано, вот я сторонник того, что доверяю людям, которые проводят опыты на тысячи людей, на десятки тысяч, это научные исследования физически, да, то есть они отличаются от обычных медицинских, то есть обычный человек, который ходит туда-сюда по кухне, это одно. Когда чуть-чуть нагрузка выше, хотя, заметьте, собственным весом мы ничего сверхъестественного не делаем. Собственным весом. А кто-то говорит, а гантельки может быть? А что у вас гантелек нет? Пока гантелек не будет, не пойду. Ты приди в абонемент, сделай тренировочку со своим весом, и ты поймешь. Да.
Так, косые скручивания портят ли талию? Слышала, что от них она станет невыраженная. Ну, если с дуру, можно и как бы сломать, сами знаете что. То, что между ног. Вот. А, да, дураку же Христа, это самое, стеклянный член-то он ненадолго, понимаете, поссал и обугал. Ну вот, как бы если с умом, можно сделать талию идеальной, при том, чтобы она была не мягкая, а упругая. Это очень прикольно. Это сложно, но можно. Боюсь взять абонемент, что не вывезу и буду себя корить. Ну, правильно, не бери. Оставь его нам. Оставь его. Алинчик Ларионова. Не бери, не бери. Смотри на нас и говори, ах, как вы помолодели, ах, как вы похудели. Наверное, волшебная таблеточка. И у всех наших тысяч девочек тоже волшебные таблеточки раздают. Люблю вас слушать грамотно и просто, и доступно все разъясняете. Вот бы вас увидеть. В смысле увидеть? Так, ну что там у нас готовится? Да, морковка. Ну как же ты так порезала палец, не а? Не знаю. Я сама не заметила, увидела кровь. Кто не покупает абонемент, много теряет. Согласен, Мариночка, согласен. О, какая морковка. Супер, и это все на естественном, без масла. Мы вообще масло не используем при жарке, потому что межклеточное расстояние, межклеточные атомы, они засоряют, и, соответственно, мы стареем. Поэтому достаточно везде жира. Вот в этом куске мяса много-много жира, и он остался здесь, и в этом жиру, натуральном, делается морковка. Хочу туда добавить чеснок. Вот чувствую, я инвалид первой группы по зрению, поэтому не вижу. Понятно. Ну, это плохо, не знаю. Зрение, мы 80% зрения. Ладно, не буду на тему. Не нужны гантельки, так хорошо и настроение, и устало, и бодрость, конечно. Да, да, да. А как ты инвалид первой группы по зрению пишешь? Я с вами с первого абонемента, вы лучше, без вас уже не могу. Спасибо большое. Спасибо большое. Анжелика. О, у тебя имя такое очень красивое. Анжелика. Супер ужин. Мне даже запахи ваши передались. Вообще, согласна. Игорь, еще чесночка добавить, вообще огонь будет. Так, Виталий, сделала всего по 4-5 повторений. Не успевала за вами. Надеюсь, к следующему аудиенту справлюсь. Я его тоже приобрела. Так, ну-ка. Галина, почему ты сделала 4-5? Что с тобой будет, если сделаешь 7-8 повторений? Что? Ну давай, напиши, Галина, давай с тобой поговорим. Вот давай конкретно с тобой, Галина, поговорим. Почему ты заплатила деньги и сделала только 4-5 раз, а не стала делать дальше? Объясни, пожалуйста. То есть ты, считай, у себя половину денег ты разорвала. То есть ты вот заплатила, допустим, 1000 рублей, да? 500, если ты половину будешь за весь абонемент половину делать, ты, считай, 500 рублей выкинешь. Лучше отдай бездомным собакам вот в приют. Это во-первых. Во-вторых, что с тобой будет? Галин, давай с тобой поговорим. Вот ты сделала 4-5 повторений. Что с тобой будет, если бы ты сделала 6 повторений, 7 повторений? Что бы случилось, скажи? Умерла бы или что? Вот просто твое мнение. Что бы случилось? И еще минутку. Ого, какой аромат. Боже мой. До тебя еще не дошел именно чесночок. Блин, реально жалко, вам не передается. Хотела спросить про БАД. Арсафит помогает от похудения российского производства. Блин, я даже вот не знаю, это вот кто-то спросил. Как можно верить каким-то БАДам от похудения? Причем, кстати, как-то странно написано, не для похудения, а от похудения. Ну, от похудения, возможно, любое, все, что дополнительно к еде вы принимаете внутрь, оно от похудения точно поможет, это лишние калории в любом случае. Ну, как вы можете верить? Ну, взрослые, а в сказки верите. Ну, блин, ну смешно же. До меня дошел аромат, я из Беларуси. О, вау, боже, круто. Девочки, это нереально. Хочется с вами встретиться в реальной жизни. Пандемия. Мы на самом деле голограммы. Виталий, сегодня я подумала про себя, и у меня было чувство благодарности вам за то, что у вас цены доступны для основного населения любой страны. Согласен. У нас есть разные программы. Вот абонемент это доступно абсолютно для всех. Да, у нас есть VIP-марафон, он дорогущий, 10 тысяч стоит. Ну вот
У нас есть абонемент, я это делаю это для всех, чтобы все стали красивыми. И вот такой глупости не писали, что какие-то БАДы от похудения. Даже вот написано «от похудения», не для похудения, а «от». Точно спасетесь от похудения, никогда не похудеете. Виталий, только сегодня в утренней тренировке смогла встать на локти вверх ногами. Так, Евгений, смотри, ты с нами уже давно, а только сейчас встала. Представляешь, как круто? Вот ты с нами давно, ты пыталась. Это же маленькая победа, это же можно реально отметить это дело. Я серьезно, я не шучу. Это преодоление себя. То есть ты молодец. Вот согласись, да, как ты давно с нами, а сегодня встала. То есть ты преодолела. Я сказал, что рано или поздно всех научу, любую. У вас высокий темп. Блин, еще раз говорю, каждый делает в своем темпе. Ну. Вы созданы друг для друга, любовь, уважение, юмор, вы классные. Спасибо. Спасибо. Вы не всем на вопросы отвечаете, да? Ну, может быть, я не вижу. Подскажите, пожалуйста, семечки вредны, я очень люблю. Что есть вред, скажите, пожалуйста? Что есть польза, что есть вред? Для чего вред, для чего польза? Конкретнее самовыражайтесь, и я тогда отвечу, как я считаю. Класс. Так, любое мясо у нас получилось. О, класс. Шеф. Рита тоже будет мясо? Я уже поела. Уже съела мясо. Ты что, не будешь ни кусочка? Я уже наелась, честно, я перед эфиром ела. Но я думаю, что я не смогу стоять перед этим кусочком мяса и обязательно спасибо вам, кусочек. Для меня это очень большая победа, так как у меня травма плеча, а но я смогла, спасибо. Вот, Женечка, молодец, умничка. Так, какой-то вы психованный. Ого, так, парикмахер-колорист. Карина, давай-ка мы тебя заблокируем, токсичных людей мы блокируем. Так. Так, бэдбой. Ну, какова же красота? Туда же. Так. Так. О, класс. Идеально. Класс, посмотрите какой. Посмотрите какой ужин. Просто супер просто. Да это не обращайте, это тролли. Это бывает такое, это тролли. Есть боты, есть тролли, они немножко отличаются. Вы супер, обожаю вас. Спасибо. Виталий, с чем салатик выглядит шикарно? А это не знаю, Крита. Огурчик, лук, сметана, зелень. Да, вечером только, вот видите, огурец, лук, сметана, даже без помидорок. Какое мясо, какое часто покупаете? А прочитаю, что там написано. Это пикание. Как? Пикание. Ну, правда, вот кто-то написал, какова же красота. Как там это делать? Какова же красота. Красота. Тролли в бан. Да, они уже все. Да, я их заблокировал. Так, ну что, в общем-то все. Mm-hmm. Мясо это говядина. Давно за вами наблюдаю, суперски, мне 49 лет. У меня лишних 20-25 килограмм. Суставы и т.д. Подскажите, с чего начать? Начинать надо с лучшего. Гульнас. Сегодня последний шанс у тебя вступить в абонемент стройности. Ссылочка в шапке профиля. Ты упустила первую тренировочку, я имею в виду в эфире, но она сохранена. И вот прямо сейчас присоединяйся. Сегодня уже ничего не делай, а завтра с утра начни делать. А послезавтра будет вторая тренировка, и ты нас догоняешь. Красота! Вот такой вот простой салатик. И вот такие кусочки мяса. Идеально, да. С морковкой. Спасибо, Ритулечки. Зайки-морковка. Да, спасибо. Все, кто еще не с нами, присоединяйтесь. Это действительно круто. Это все. Лучше. Всем пока-пока.